Лукьянов Рафаил Владимирович, гвардии старшина. Окончание войны он встретил на побережье Балтики у полуострова Хейт. В мае 45 года он награжден медалью за отвагу. Он заменил контуженного в бою командира орудия и взял управление на себя, проявив находчивость, смелость и мужество. Рафаил Владимирович – участник освобождения Крыма и Севастополя, участник освобождения Кёнигсберга и Варшавы. Он награжден множеством медалей, которые мы с вами сегодня можем наблюдать на груди его пиджака. Весна 45-го года, как ждал тебя синий Дунай. Народ Европы свободу принес жаркий солнечный май. На площади Вены спасенной собрался народ старый млад. На старой израненной битвах гармонии вальс русский играл наш солдат. Сегодня в течение дня правительство Вологодской области совместно с ресурсным центром «Провода» и Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» поздравляет ветеранов с этим великим праздником, Днем Победы. Мы поздравляем сейчас Лукьянова Рафаила Владимировича. Ему в этом году исполнится 98 лет. Он носит звание старшина гвардии. В нашей программе поздравления такого концерта у Дома ветерана входит в песни военных лет, песня «День Победы», стихотворение о Великой Отечественной войне и кадетский вальс. Кадеты, российская гордость, любовь и надежда. Они так же юны и стройны, как раньше, как прежде. Как прежде прекрасен их лик, благородны манеры. Они соль земли, они будущие офицеры. День Победы порохом пропал. Это праздник сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы. Всех благодарю, кто присутствует сегодня. Вот. Поздравляет. Спасибо вам. Поздравляет меня с этим праздничком. Праздничком? А он бывает редко. Раз в году. Вот так. Но подвиг помним мы всегда. Громадное всем спасибо. Здоровья и счастья в жизни. Спасибо.